Рабочие встречи нацелены на личное знакомство коллективов организации с главой города, группой специалистов, которые отвечают за решение социальных вопросов и поддерживают связи с общественностью города. Они помогают в конструктивном диалоге с работниками выяснять проблемы, которые волнуют десногорцев. Глава уже провел более 10 встреч с коллективами муниципальных организаций и пришел к выводу, что горожан волнуют одни и те же вопросы. Они меняют только место расположения на территории. Андрей Николаевич считает, что любые проблемы нужно решать совместно, и жителям Десногорска нужно активнее участвовать в общественной жизни города. То, что касается любой инициативы на территории нашего города, да, и мы как бы эту практику сейчас будем активно применять, все должно идти непосредственно не столько от власти, инициатива должна идти от жителей. То есть жители предлагают свои идеи, власть их принимает, анализирует и потом принимает единственное правильное решение. Глава заверил коллектив детского сада «Чебурашка», что администрация абсолютно открыта и доступна для любого жителя города. Для этого существует много инструментов взаимодействия. Вот такие регулярные коллективные встречи, прием граждан по личным вопросам у него самого, его заместителей и специалистов администрации. Также можно с обращением прийти в общественную приемную.